Давай переходим на такой, типа. 5 вопросов. Kinder Leo. What's up? Итак, наш сегодняшний ведущий Андрей Токсис. Токсис уже свое отвыступал. Так что теперь он будет в качестве задавателя вопросов. Первый вопрос. Первый вопрос. Лёд на моей шее. Что для тебя секс? Секс для меня это слияние чувств материальных и духовных в одно целое. И красивое завершение вечера. Мне нравится, дальше. Мне тоже нравится. Апельсин или холодный ананас? Холодный ананас. Свет, это аргументируйте. Ну, потому что она нас. Много. Много. Принят. Холодный. Аргумент принят? Принят. Топ-5 плаг артистов. Токсис Глок. Окей. Токсис Дами. Окей. Токс Саммерс. Окей. Киндер Лил и Снэйк Лав. Кило? Килаксус. Окей. И Килаксус. Как трансформер Килаксус. И Броуби Максус. Максус. И последний вопрос. Next question. Где мы? Четвертый. Четвертый, да. Можно вас послать? Это последний. Нет. Курица или рыба? Бро, так как я люблю рыбачить, а в частности... Рыба. Рыбка. Рыбка. Важно, точнее, рыбка, не рыба. То есть вы утверждаете, что вы не любите петухов. Да. Так, ну и последний вопрос, да? Конечно же. Что для тебя счастье? Семья. Семья. Здоровье моих близких, родных. И попа Токсис. Чистая попа Токсис. Бывает нечистая. Бро, всем спасибо, когда он просыпается, ваш ведущий. Когда он просыпается в грязи, она нечистая. Когда он просыпается в грязи, все грязное, кроме попы. С вами был Броуби Майк, ведущий Токсис, который сейчас пойдет отдыхать в теплую постель с его суженным киндером. И непосредственно киндер. Прощальные слова. Один раз не пидорас. Принято. Подожди.